Витамины для глаз. Нашему организму для нормальной жизнедеятельности необходимы витамины. Среди них есть и такие, недостаток которых сказывается на том, как мы видим. Известно, например, что отсутствие или слишком малое количество витамина А может вызвать ухудшение сумеречного зрения, куриную слепоту. Витамины группы В и витамин С также необходимы для хорошего зрения. Эти витамины уменьшают риск развития таких заболеваний, как катаракта, глаукома, а в случае уже имеющегося заболевания замедляет его прогрессирование. Как сделать так, чтобы глаз получал все, что ему нужно, и справлялся со зрительными нагрузками? Нужно следить, чтобы питание было сбалансированным. Обращаем ваше внимание на то, что витамины разрушаются при нагревании. Особенно это относится к витаминам В2 и С. Поэтому, чтобы сохранить витамины, овощи, в которых они содержатся, рекомендуют не кипятить, а заливать кипятком и потом укутывать. Однако, если вы их кипятите, сделайте время кипячения минимальным. Необходимые витамины можно получить, принимая специальные витаминные комплексы. Путь более простой и доступный. Но помните, что нельзя увлекаться приемом одного из витаминов в большом количестве без предварительной консультации врача. Витамин А необходим для нормальной работы сетчатки, препятствует раннему развитию катаракты и играет немалую роль в предупреждении сенильной макулярной дистрофии. Симптомы при недостатке – ухудшение зрения в сумерках, сухость конъюнктивы и роговицы, покраснение и набухание век. Витамин С укрепляет стенки кровеносных сосудов, капилляров, создает антиокислительную защиту для глаз и таким образом может предотвращать образование и развитие катаракты, полезен при глаукоме. Симптомы при недостатке – кровоизлияние в глазах, быстрая утомляемость глаз. Витамин П, биофлавоноиды, укрепляет капилляры, уменьшает проницаемость сосудистой стенки. Симптомы при недостатке – повышенная хрупкость сосудов, кровоизлияние в глазах. Витамин В2, рибофлавин, принимает участие в процессах углеводного, белкового и жирового обмена, играет важную роль в поддержании нормального зрения. Симптомы при недостатке – частые конъюнктивиты, слезотечение, светобоязнь. При значительном дефиците – воспалительное заболевание роговицы, развитие катаракты. Витамин В6 – природный транквилизатор. При недостатке витамина В6 наблюдается симптом дергающийся глаз. Витамин В12 – необходим для нормального кровоснабжения. Витамин Е – токоферол, естественный антиоксидант, препятствует развитию катаракты, полезен при диабетической ретинопатии. При недостатке витамина Е наблюдается повышенный риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна макулы, дистрофии сетчатки. Источник – интернет. Будьте здоровы!